7 декабря 1944 года. Войска союзников пересекают границу Бельгии с Германией и сталкиваются с ожесточенным сопротивлением немцев близ городка Бергштайн. Высота 400 является ключевой позицией. С нее немецкие наводчики наблюдают за всеми маневрами союзников в радиусе нескольких километров. Заградительный огонь немцев приводит к многочисленным потерям среди войск союзников. Второй батальон американских рейнджеров готовится захватить высоту 400, чтобы лишить немцев тактического преимущества. Штаб хочет, чтобы мы примерзли задницами к этому холму до завтрашнего вечера. Но сначала мы должны выбить ганцев из этого городка. Не отходи далеко! Я за тобой! Здорово!
Кюпе! Ладно, эта дорога перегорожена. Срежем путь на восток. Пошли. Выбиваем двери и кидаем гранату. Готовы? Пошел!
Гранатенангрев in Deckung! Sanitäter! Billy! Billy! Vorsicht! Тот холм на севере кишмя кишит фрицами.